Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая игра под названием Big Bang Evolution. В этой, ребята, игре мы будем с вами создавать бомбы. Вы спросите, как? Сейчас покажу. Здесь я все нужно соединять одинаково. Вроде понятно, да? Ну, сейчас покажу, как это все выглядит. Вот, ребята, у меня есть порох. Мы соединяем порох с порохом и получаем различные бомбы. В общем, ребята, эволюция, в принципе, сейчас такой вот жанр таких вот игр очень популярен, и много есть, ребята, игр, где мы, ребята, создаем много чего. Бомбы, машины, оружие, людей, динозавров, еще кого-нибудь, в общем, ребята, много чего есть, но вот почему-то именно эта игрушка меня зацепила. Так, соединяем, бах-бум, везде все происходит, все круто. Ну что, ребята, соединяем динамит с динамитом, мы получаем такую вот бомбу, ну что, такие вот коричневые бомбы плюс в них, и мы получаем, ребята, вот, новое существо, это, ребята, снаряд, да. Так, можно посмотреть предыдущие, потому что я называл это коричневые, о, видали, вот так я называл, да, коричневые бомбы, на самом деле это вообще не коричневые бомбы, а просто какие-то другие бомбы, которые имеют свои названия. Вот, ребята, бомбы. Есть, получается, вот порох у меня, который я могу сейчас взять, ручная бомбочка, видите, какие названия, ручная бомбочка, я не уверен, что вот эти коричневые бомбы так называются, коричневые бомбы, как-то по-другому, мне кажется, да? Так, это у нас что? Здесь у нас коллекция, вот, ребята, можно посмотреть, порох, ручная бомбочка, ядро динамита, бомба с фитилем, вот так она называется, а не коричневая бомба. Снаряд, потом мы уже, ребята, не посмотрим, потому что нужно открывать, а здесь эволюции довольно-таки очень много, поэтому, ребята, ссылочка в описании, качаем. А также не забываем ставить лайк, подписываться на канал и писать крутой комментарий, чтобы я ставил вам лайки. Вот так вот, ребята, создавайте свои бомбы, все взрывайте. Очень круто, ребята, играть со звуковыми эффектами. Сейчас найдем настроечки, включим только звуковые эффекты и под конец мы, ребята... Посмотрим на эти звуковые эффекты, как это все звучит везде, бум-бам, это будет круто. Но сейчас, ребята, я хочу посмотреть, что же все-таки будет после снаряда, поэтому наша сейчас задача напоследок, это достигнуть нового уровня, нового существа, новую бомбочку. И посмотрим, что же все-таки будет там, бас, буц, дуц, блин, еще далеко. Блин, бомбы, бомбы, бомбы. Есть у меня кристаллы, порох, 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 порох. Чтобы быстрее, ребята, мы с вами сейчас это все сделали. Я сейчас взял пороха, очень много пороха. Быстрее это все соединяем. И сейчас мы с вами сделаем. Так, отлично, ребята. Ну что, вы готовы? Я не знаю, что будет. И поэтому соединяем снаряд плюс снарядом. И у нас появляется новое существо. Это граната. Наконец-то, вот она, началась новая эра, современность, теперь уже, ребята, не просто будут такие бомбы или что-то такое, теперь все будет по-другому, ведь мы будем с вами уже на новой эре эволюции, да, круто, вот у нас, ребята, уже бустеры появились, как видите, все круто, так, а что, где все это, а, вот здесь, ребята, нужно переключаться, да, все, я понял, здесь мы снова достигаем, потом сюда уйдет граната, соединяем гранату с гранатой, здесь у нас все по-другому будет, нормально, мы, в принципе, ребята, раскрутились, ну что, давайте я попрощаюсь, или потом мы, я хотел сказать, или давайте сперва звуковые эффекты послушаем, но я думаю, давайте сперва с вами попрощаюсь, а потом уже под конец я включу звуковые эффекты, и мы послушаем их. Ребята, спасибо вам за просмотр, не забываем лайк, подписка, комментарий, до скорой встречи и пока, ну и под конец звуковые эффекты бомбочек и коричневых гранат бомб. Сейчас все будет. Где бум? Как-то так.